Здравствуйте, мои милые ребята! Я сегодня к вам пришла и гостинец принесла. Мой гостинец непростой, мой гостинец золотой. И гостинец этот сказка, сказка про теремок. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пять в поле теремок. Ходите, будьте как дома. Он не низок, не высок. О, по полю, по полю мышка бежит. Увидела она теремок и стучит. И стала мышка в теремке жить. Стоять в поле теремок. Заходите, будьте как дома. Он не низок, не высок. Вот по полю лягушка бежит. Подбежала она к теремку и стучит. Выглянула мышка. Я мышка на русском. И пригласила к себе лягушку в теремок. Я лягушка, как вместе жить. Стать в поле теремок. Заходите, будьте как дома. Он не низок, не высок. Вот по полю ежик бежит. Ножик, ветвеножик. Подбежал он к теремку и стучит. Выглянули мышка, да лягушка. Пригласили ежик. Ножик. Это про ножик. К себе вместе жить. Стоять в поле теремок. Заходите, будьте как дома. Он не низок, не высок. Вот над полем грач летит. Я иностранный грач. Thank you very much. Увидел он теремок. Приземлился около него и стучит. Выглянули из теремка мышка. Я мышка на русском. Лягушка. Я лягушка, как лягушка. Да ежик. Я ножик. Ножик. И пригласили грача. Я иностранный грач. Thank you very much. Так себе в теремок вместе жить. Стоять в поле теремок. Ходите, будьте как дома. Он не низок, не высок. Вот по полю ослик идет. Я грустный ослик, а вы мой ослик. Увидел он теремок, подошел к нему и стучит. Выглянули из теремка мышка, лягушка. Я лягушка, как ежик. Ножик. Ветвеножик. Да грач. Иностранный грач. Thank you very much. И пригласили они к себе ослика в теремок. Вместе жить. Здесь поле теремок. Заходите, будьте как дома. Он не низок, не высок. Вот по полю идет, бредет медведь. Сейчас будут давить. Видел он теремок, подошел, да как заревет. Испугались мышка. Лягушка. Ёжик. Ножик. Это про ножик. Грач. Иностранный грач. Thank you very much. Да ослик. Я грустный ослик. И выскочили из теремка. Идите, будьте как дома. А медведь? А сейчас все будут давить.
поднялся на крышу, обнял теремок и раздавил его. Идите, будьте как дома! Вот и сказки конец. Каждый зритель молодец.